Всем привет! С вами Полезные поделки. Сегодня мы ремонтируем светодиодную лампу. С чего начинаем? Значит, скрываем колбу, вернее, отделяем колбу от цоколя вот в этом месте с помощью вот такого монтажного ножа довольно прочного. Нажимаем и отделяем белую часть лампы от колбы. Это, пожалуй, самая единственная тяжелая работа, которую, значит, можно здесь сделать. После отделения, приклеена она довольно слабо, слегка. После отделения белой части от колбы, значит, она легко снимается таким вот образом. Здесь мы видим светодиод у нас. Вышел из строя. Вот он почернел, видно. Для того, чтобы исправить лампу, и опять она работала, мы параллельно вышедшему из строя светодиоду припаиваем обычный резистор 0,25 мощностью примерно 100-150 Ом. Места пайки здесь хорошо видны, вот боковые части светодиода, здесь выступает олово. Вот в это место мы как раз и припаиваем вместо усопшего светодиода, значит, резистор, как бы эквивалент. И наша гирлянда опять начинает работать. Пожалуйста, работает. Так, вставляем колбу. Так, вставляется щелчком. Все. Лампа работает. Сколько она еще поработает, неизвестно, но, по крайней мере, мы ее восстановили. Поломка очень простая. Спасибо за внимание.